Я уже делал подобное видео на коповские машины, и они были из NFS Most Wanted 2. Так вот теперь в этом видео вы увидите тоже коповские тачки, но уже из NFS The Run. А еще здесь появляется вот такой вот боевой вертолет в комплекте. Замена происходит опять-таки на Ford, но как видим поновее. Потом на Dodge SRT8, и все они с другими коповскими винилами. Кстати, а вот так они мигают. Должен сказать, что довольно ярко, и также, что они имеют весьма неплохие повреждения, если сладко врезаться в эту замечательную стенку. Или если мы их разрушаем, играя за гонщика. В целом, вот такие машины мы имеем от 1 до 4 статуса. А сейчас посмотрим, какие тачки ровно на 5 статусе. На 5 мы встретим Nissan GT-R R35. И это как раз для тех, кому надоели гоняющиеся корветы. Так что уже в самые трогательные моменты нас прижмет исключительно японская сила. Что касается другого статуса погони, он же 6-й. Если вы помните, на нем ездят только черные корветы сразу же после 5-го статуса. А значит, можно было предположить, что GTR 5-го статуса тоже должен быть черным на 6-м уровне. Но нет. На 6-м уровне, а точнее статусе, что-то я попутал, за нами будет гоняться совершенно другой, но тоже черный автомобиль под названием... Блять, какое же у него название? Итальяно Бомбино. Да-да, я тоже в шоке. Но на самом деле, это Lamborghini Gallardo LP550, а распознать его на самом деле было несложно, это я просто прикалываюсь. Впрочем, об этой машине я могу сказать следующее. Да. Она быстрая и мигает хорошо, но опять же, стоит только врезаться или проехать очень быстро, сразу же вылетает игра. Вывод. Эта машина не предназначена для игроков, как предназначен GTR, у которого даже есть звук двигателя. И он, конечно, не похож на GTR-овский, но хрен с ним. Следующие экземпляры — это джипики. Большой и маленький. Porsche Cayenne. Кому же такой нравится? Я знаю, что такой джип нравится многим девушкам в столице, ведь я постоянно вижу их за рулем. Так может, этими коповскими Cayenne'ами тоже управляют боты женского пола? Или подождите, у ботов нет пола. Еще раз посмотрите на этот вертолет. И на погоню в целом, как она теперь выглядит. А скачать мод на замену всех полицейских машин вы можете по ссылке в описании. Инструкция внутри, и она чертовски простая.